нет! Нет! Так. Пойдет. Что вы на тебе, барсук? Ты что, будешь барсука, Рамон? Иди в жопу, нет времени. Сойдет. А, твою ж мать! Эй, Роуэн, да что случилось? Хана нам всем, конец игре, вот что случилось. Да, это ясно. А конкретней? Полирую я, значит, соски. Вдруг из кустов Анус пожиратель убивает меня, и я теряю весь шмот. Я думаю, что за вонь? Ну извини, не обосраться было не вариант. А теперь мне еще нужно вернуться в лес и забрать весь шмот, который я потерял. Иначе кто-нибудь его заберет. Скажи, а ты не сильно охренел утаскивать весь наш шмот с собой? Да расслабься ты, твою опресненную мочу я не трогаю. Да, но остальной-то шмот. Ты же умираешь постоянно и теряешь его тоже. Пока вы все по очереди развлекались с Марго, я собирал бревна, я собирал руду, я собирал электронные компоненты. И вот, спустя всего месяц из всего этого я соорудил палку в говне-ковырялку. И я все это хочу вернуть, потому что я не намерен больше никогда в жизни ковыряться в говне руками. Да, но... Фу, прежде всего. Но ведь у нас, кроме всего прочего, заканчиваются ресурсы. Может быть, ты не будешь прям все утаскивать с собой? Я не брошу свою палку-ковырялку. Роун, я... Ну, стоит ли так париться вообще? Какая это там палка? Забей, нахрен она тебе нужна? Роун. Нет! Даже не думай! Нет! Это неизбежно, Адам. Это мой личный шмот! Но ведь, Адам, мне на это насрать! Я собирал ресурсы неделю, чтобы собрать эту хрень! Меня с работы уволили! Это титановый огненный уебатель! Это я сам не знаю что, но на солнце оно блестит! Я все прослушал, но это даже хорошо, потому что мне так похер, что ты там говорил! Что, тем более, Адам, ты короче, если ты не дашь мне эту хрень, я не вернул свой шмот, я больше играть не буду в это говно! И мне не похер, почему? Заебал. Только потому, что я боюсь, что ты снова сядешь на меня. Аккуратненько. Отлично, пошел нахер. Дум. Лучше бегите. Ах, что вы, гондоны банские, что вас... Нет. А где-то мой огурчик. А? Адам, где все огурцы?